площади у БКЗ развернулись народные гуляния. Венки таймырцы учат национальным танцам и песням. В крае празднуют 85-летие образования самых дальних территорий нашего региона. Они посвящены 85-летию образования национальных автономий в 30-м году и показывают самобытность культуры, показывают, что такое Таймыр и что такое венки. Конечно, это важно для наших жителей. Для жителей Таймыра тоже это важно, потому что мы понимаем, что Красноярскому краю мы интересны, и Красноярский край заинтересован в сближении наших народов. Здесь же можно и продегустировать национальные блюда, или же купить изделия мастеров декоративно-прикладного искусства. Но больше всего красноярцев привлек ассортимент северной копченой, вяленой и сырой рыбы. На площади в ряд выстроились и этнические стойбища коренных северян. Гости с удовольствием знакомились с укладом жизни и традициями северных жителей. Галина Спиридоновна приехала из Дудинки, работает методистом. Ее народность – энцы. Население энцев очень мало. Самая малочисленная, можно сказать, народность. Чуть более 200 человек, которые реально разговаривают на энском языке. У нас большая работа по сохранению языков. У нас сейчас есть в Потаповской школе, где большинство проживают, есть у нас языковые гнезда. Вот. А что касается культуры, мы сохраняем свою культуру, свои песни. Эки Джерри, Таймыр Джаенчу, Ширда Джатаба. На праздник Севера приехал и губернатор Виктор Толоконский. Он уделяет особое внимание развитию северных территорий. А недавно даже возглавил международную организацию «Северный форум», которая станет площадкой взаимодействия Севера и Большой Земли. Олег Голубин, Афонтово новости.